Каждый снимок Николая Семены несет свою историю. Тут сине-желтые граффити «Крым – это Украина». Фотография сделана сразу после незаконной аннексии полуострова. В описании автор рассказывает, в Симферополе есть целый коридор проукраинского граффити, а здесь изображен траурный митинг в честь Дня памяти жертв депортации. «Я восхищался памятью народа, его уважением к истории», – описывает Семена. Выставку мы проводим сейчас в его поддержку. Она называется «Абсолютно изъято». Это означает, что все материалы – это 900 гигабайт информации, наработанные им в ходе его профессиональной работы. Это в основном фотоматериалы. Они изъяты. Я сама, как крымчанка, прекрасно помню, как на всех мероприятиях господин Николай фотографировал, опубликовал свою информацию. 11 снимков собрали на фотовыставке. Это небольшая часть, которую удалось сохранить после изъятия фотоархива журналиста органами ФСБ. В апреле российские силовики ворвались к Николаю Семене с обыском. Изъяли архив за 20 лет работы. О деле Николая Семена очень хорошо известно всем правозащитным организациям, международным организациям. Мы постоянно этот вопрос поднимаем на международной арене. Однако, если мы не будем продолжать давить на российскую власть, чтобы этого журналиста, за его профессиональную деятельность на него не давили, да, то, мне кажется, дело Николая Семены, оно не будет двигаться в том направлении, в котором нам необходимо, а нам необходимо в первую очередь его освободить. На выставке и адвокат журналиста Андрей Сабинин говорит, несмотря на проблемы со здоровьем, его подзащитный настроен оптимистически и готов бороться за свою свободу. До конца декабря мы подпишем ознакомление, дело уйдет в прокурору на утверждение обвинительного заключения, но в принципе середина, конец января, оно, скорее всего, оно может оказаться в суде. Николая Семену арестовали 19 апреля за публикацию в издании «Крым Реалии». ФСБ подозревает журналиста в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Вскоре его включили в федеральный перечень террористов и экстремистов, в котором уже 22 крымчанина. Алена Клюско, Максим Кондратенко, UATV.